Друзья, всем привет! С вами Виктория и канал Кулинарим. И сегодня мы приготовим вместе винегрет. Попробовав однажды, я теперь готовлю винегрет только так. В него я добавлю один секретный ингредиент. От этого он получается еще вкуснее и полезнее. Для приготовления нам понадобится, конечно же, свекла. Свеклу нужно предварительно отварить или запечь в духовке. Свеклу нарезаем на средние кубики, не слишком мелко. У меня ушло 400 грамм свеклы. Полное количество ингредиентов я вам оставлю в описании под видео. Затем две небольшие моркови, они у меня завесили 150 грамм, нарезаю на мелкие кубики. Напишите мне в ваших комментариях, какие секретные ингредиенты добавляете в винегрет вы. Также хочу заметить, что такой винегрет прекрасно подойдет для тех, кто держит пост. Затем берем две небольшие луковички и нарезаем как можно мельче. Три маринованных огурца, они у меня завесили 250 грамм. Сначала разрезаю напополам и затем на мелкие кубики, так же как и остальные ингредиенты. Вместо маринованных огурцов можно использовать свежие, либо квашеную капусту. Это все на ваш вкус. И наконец наступил черед нашего секретного ингредиента, это цветная капуста. Цветная капуста прекрасно заменит отваренный картофель, вы даже не почувствуете разницу. Также она прекрасно сочетается со всеми другими ингредиентами в винегрете. Капусту я отвариваю в течение 6 минут и затем вот так меленько нарезаю. Если вы не скажете своим родным, что вы добавили цветную капусту, никто даже этого и не заметит. И в самом конце добавляем 200 грамм консервированного горошка. Винегрет солим. Заправляем растительным маслом. И все хорошо тщательно перемешиваем. Наш винегрет готов. Получается очень вкусно, поверьте. Попробуйте тоже так же приготовить. Ставьте лайк, если рецепт вам понравился. Всем желаю приятного аппетита, прекрасных вам салатиков, всего самого доброго и до новых встреч. С вами была Виктория.